трансляции написали, а вы вообще делаете повседневный макияж? Я говорю, да, конечно. Вот такой вот макияжик у нас получился. Вот. А сейчас я просто буду курить, собирать косметику. С вами поболтаем. Но использовал я вот эту палеточку, свою любимую, старую, от MyPlan. Она уже вся в дырочку, вот эта дырочка случилась у нас на макияже. Я ее очень сильно люблю, эту палетку, она уже вся уже просрочилась. Ну, сухая текстура, я думаю, что ничего не будет. Я ее очень сильно люблю. Спрашивал, вот он этот блеск от MyPlan, который пахнет как усиком.